Раз, два, три, проверочка микрофона. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Витекси. Ладно, пошутили и хватит. Смотрите, короче, что я вижу? Я вижу 200-ю скользящую на 4-часовом графике. И я вижу, что происходит после того, как эта 200-я скользящая на 4-часовом графике делает касание цены. Да? Раз касание, два, три. И потом вот такое вот движение. Это все можно назвать одним движением. Да? Мы тестировали, тестировали, тестировали. И вот куда аж улетали. Это движение нарисовано вот этой палочкой. Да? Вертикальной этой желтой линии. То есть мы сейчас опять коснулись 200-й, не пробили ее, как вы видите, не пробили, вот, перекрыли имбаланс, забрали все стопы, которые здесь стояли на шорты, да. То есть собрали эту всю ликвидность. И если мы не пробьем и не закрепимся на 200-й и не будем двигаться дальше в эту сторону, ну, то я бы шорты пока не скидывал со счетов. Потому что, как показывает практика, ребята, когда мы ударяемся в 200-ю или делаем ложный пробой, да, вот один ложный пробой, второй, здесь только касание, мы потом как бы глубоко уходим вниз. Сегодня мы коснулись, может будет еще ретест, да, еще ретест, но если тенденция будет нисходящая, то мне кажется, что мы все-таки дойдем до отметок 22, 22 минимум, да, вот, поэтому я бы не скидывал. Что произошло сегодня? Во-первых, новости. Во-первых, по Америке вышла очень серьезная новость в 10 часов по американскому времени. Сейчас сделаем так. Сейчас это 4-часовики. Давайте в час будет лучше видно. 10 часов. Видите? Вот, ровненько 10 часов. И это свеча. В 10 часов у нас были новости, те, которые я скидывал в телеграм-канал. Это новости по Америке, по количеству рабочих мест. Они очень сильные, это квартальные вроде новости. Раз в 3 месяца выходят эти новости. Они очень сильно влияют на рынок. И если они были плохие для Америки, соответственно, доллар подешевел, биткоин пошел в цене вверх, то есть, да, то есть, если они вышли плохие, я вот не успел посмотреть, какие они вышли, но у нас пара называется биткоин доллар, то есть, если доллар дешевеет, биткоин растет, если биткоин дешевеет, доллар растет, понимаете, как это работает, то есть, что-то было нехорошо с долларом на этих новостях в 10 часов. Вот. И биткоин у нас, соответственно, отреагировал ценой. Это раз. Два. Что еще, почему так стрельнули сильно? Как вы видите, вот эти две сисечки, которые я уже обрисовал, нам нарисовали двойное дно на нисходящем тренде. И это дно отработалось у нас на 100% на высоту большой вершины. Вот она, большая вершина. Берем основание, даже немножко больше тут еще закололи. Да? О, вот что я вижу. Так, это все, эту всю мазанину поудаляем. И теперь вернемся к тому, почему я утром закрыл шорты и перевернулся в лонги. Я свой анализ утром начинаю
Так, все там нормально, записывает. Раз, два, три, да. Микрофончик слышно, все должно быть в порядке. Я свое утро всегда начинаю с анализа азиатской сессии. Как мы видим, азиатская сессия у нас закончилась, и Лондон у нас открылся с снятием ликвидности снизу азиатской сессии. О чем это нам говорит? Если снимают вот эту ликвидность, да, то есть мы должны идти в противоположную сторону к другой границе канала Азии. И смотрите, что и происходит. То есть в 10 часов плюс новость, ну и плюс полетели. Но рост мы начинали уже отсюда. То есть я заходил чуть выше. Почему сейчас объясню? Потому что не всегда такой большой, глубокий. Что вот это такое? Это снятие ликвидности, снятие стопов и поход вверх. Смотрите, как это отрабатывает. Каждый день. Вчера это тоже отработало. Сорки здесь, да. Здесь получается низ. Вот этим, я не знаю, будет ли вам видно. Я сейчас попробую увеличить максимально. Вот. А вот это низ. Маленьким заколом, видите? Вчера сняли маленьким заколом, сняли ликвидность. Вот. И дошли до верху канала. Вот верх вчерашней сессии. То есть, опять. Снизу сняли, дошли до противоположной стороны. Не знаю, будет ли еще день. Да, есть день. Суббота. Смотрите. Снизу сняли. Причем два раза снимали ликвидность и дошли до противоположной стороны. Я каждый день начинаю анализ с этого. Что нам? Почему я еще как бы не списывал бы шорты? Потому что для вот этой области, для вот этой области, где мы набирали позицию, вот это вот что-то подобное, как с азиатской сессией, да? Сняли ликвидность и сейчас можем вернуться обратно. За этим, ребята, надо наблюдать. А наблюдать надо с 4 часов смотреть. Мы четко ударились на 4 часиках, ударились в 200-ю скользящую, прям копеечка в копеечку. Давайте еще раз вернемся к 4 часам. Увеличим, чтобы более подробно было. Видите, да? То есть тут вход в 200-ю, там буквально пару долларов, там 20 долларов. Вход в 200-ю. Цена уже потихонечку начинает откатываться. Но еще выкупают, но все равно начинаем отсюда откатываться. И надо смотреть, что они нам здесь будут рисовать. Если они будут рисовать вот такие ступеньки, это будет поджатие к уровню. А теперь смотрим, что бывает после поджатия к уровню. Видите, ступеньки, поджатие к уровню и пролив вниз. То есть, если они будут поджимать к вот этому уровню, то будет пролив вниз опять. Если же закрепятся над, пробьют 200-ю там сегодня-завтра, да, закрепятся над 200-ой и будут поджимать к этому уровню, тогда мы пойдем выше к 3500 опять вернемся. Вот. Но я бы не стал, ну не знаю, лично я не чувствую, что мы должны пока что идти вверх. Пока что ничего нам, как бы, моя книга не читается вверх. Почему? Потому что объясню вам еще по-другому. Что бы было, если бы мы здесь вот так вот ходили? Ну, то есть просто у нас был бы нисходящий тренд, и мы бы вот здесь бы вышли вот так. Не вот так, как мы пошли, да? Окольными путями, да? А вот так вот, как обычно график ходит. Ну, ничего бы не было, да? То есть мы и так находимся пока что под 200-й скользящей. Средняя скользящая. А это очень сильный уровень. Это я его тоже называю золотым уровнем. Вы сами видите, что бывает как бы после касания этого уровня.
Мы здесь вышли из этого накопления, где мы ходили очень долго, да, мы это обсуждали на позапрошлом стриме. Мы здесь пробили 200-ю, закрепились под ней, нырнули под нее, и пока что я не вижу выхода за нее и закрепления над ней и поджатия к золотому уровню 29-272. Как только это произойдет, тогда можно будет считать отмену шортового тренда, да, отмену нисходящего тренда и поход дальше вверх. Вот такой мой прогноз. Пока что я бы не списывал со счетов шорты. Вот. А там уже вам самим дальше судить, да или нет. Поддерживаете вы такое мнение, не поддерживаете. Может, кто-то может записать видео и объяснить, почему будет идти вверх, потому что я пока что похода вверх как бы особо не вижу. Всем спасибо за внимание. Постарался не затягивать, но получилось сколько получилось. Не вижу, сколько там записывало минут. 11 минут, ну не так уж и долго. Все, пишите свое мнение, будем обсуждать. Для этого мы и собрались в этом чате.